В Темиртау уже началась подготовка к президентским выборам. Важно, чтобы исторический момент, определяющий будущее страны, прошел непредвзято. В этом процессе большая роль отведена наблюдателям. Раньше это можно было просто прийти и зарегистрироваться как наблюдатель. Сейчас наблюдатели направляют только юридические лица, в уставе которых имеется требование и вид деятельности контроля и наблюдения за выборами. Наблюдатель приходит с копией удостоверения личности, с направлением от этой организации, обязательно с копией выписки из устава, что в организации разрешена подобная деятельность. Только после этого наблюдатель может быть зарегистрирован в специальном журнале и проводить независимое наблюдение. Отныне президент Республики Казахстан избирается только на один срок – 7 лет. То есть человек, который станет президентом на предстоящих выборах, не сможет избираться во второй раз. Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут 20 ноября 2022 года. Кристина Шарапова, Арман Абылхасымов, Дмитрий Косыгин, Новости Темиртау.